записывается и рендерится. Все, 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 спокойно. YouTube обрабатывает эту хуйню. Нахуй я, блядь, как этот Сириус, блядь, хуйню страдать буду записывать. Ёбаный в рот. Ну, потому что можно же отредактировал там, блядь. Это ебала, это, блядь, каким нужно быть деградантом, блядь. Не если знаю. У тебя второй канал есть, то заебись. Не, если бы у Валеры там на заднем фоне кто-нибудь стонал там, например, или что-нибудь там. Валер, иди там. Валера, я приготовил устрапон, всё, пошли. Другое дело. Прямой эфир начат. Хорошо. Тогда бы можно было, ну что, здоровайтесь, да. А с кем? Здрасте. Здравствуйте, всем привет, с вами. Всем привет. Ну что вы там? Так, ну что, да? Как дела вообще у вас? Что делаете? Охуенно, как у тебя дела? Качаемся. Я уже так, выкачал. Клан, кто-то вступил в клан. Я вступил в клан. Принять. А что за у тебя за ники странные какие? Это ты нормально. Демонстрацию экрана сделал? Ну, то есть это переход ты сделал, там ничего не показывает. Валера. Не знаю, сделал вроде. Такие, что ты там я просто вообще, будешь. Я вообще ничего не лазил в настройках в ОБС, я тупо нахуй. Запускаю трансляцию и пиздец, у меня все транслирует. Все, потому что игра привязана. Эта игра совсем другая. Есть картинка. Отлично. Так. Самец большого говорения Б-класса получился. Идеальные звуки, идеальные просто. Меня хорошо слышно, и тебя, Зум. Это ж очень хорошо. Конечно. Так, готова шашлыка на продажу. Так, у тебя подписка была там? Не было ничего. Окей. Надо перенастроить потом будет. Сейчас, короче, это скину всем, которые там есть. Ну, скину ссылку просто на свой канал. Я подпишусь тоже. Уже в наших этих трансляциях есть ссылка. Где в наших трансляциях? Дискорд. Стрим и розыгрыш. Дюранку. 17:00 ждем все. Вау! 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 Я думаю, может так получится хоть людей в клан набрать нормальных. Может быть, базара ноль. Я бы рискнул скинуть ссылку на твой канал в этот, как его, в игре, но, блядь, боюсь, меня нахуй кикнут за что-нибудь. Не надо никуда. Юр, задержка большая, нет? Посмотри, пожалуйста. Есть задержка небольшая, но есть. Так, что нам нужно сделать? Лёха, я тебе сейчас выдам, не короче, эти... или Сане, кому-то деньги нужны. Накрафчу полов, короче, выставить на правду. Монсеньку дай. И это, блядь, Дегуди. Заколебало. Как тэпаться до человека? Вот ко мне же тэпаешься ты, например. Ну, к лидеру объясни. Только тэпаешься. Ты создаешь отряд, да? Создай отряд и пускай Афган тэпнется к тебе и дашь ему полы. Не, ну-ка я ему потом отдам. Сейчас я сначала его накрафчу все сразу, что нужно. Я сейчас посмотрю, что у нас по шмоткам, по оружию. Так, по шмоткам. Ну, в принципе, охотничья броня ты есть. Ты мне оставь. Ты мне оставь тоже. У тебя и так есть. А, ну здесь два костюма как раз. Ну все, ну шапки сейчас я скрафчу вам еще. Так, а что еще? А, еще ботинки надо. Да, обязательно. Боже, я нашел деревянное плечо. Длинная палка. Так. Так, Юр, видно как? Все четко, все хорошо.
Да, хорошо, все идеально. Боже, я нашел миллион. Уже 6 лайков, 4 просмотра, 4 смотрика. Так, Юр, видно как, все четко, все. Подписки хорошо. Должны были быть. Только ты их, походу, не вывел на экран там. Там получается, наверное, игра сверху, а все остальное снизу, не? Не знаю, бог с меч. Надо было потом мой ник указать в этом. Ну смотри, у тебя, если по SEO SMM, да, у тебя 58 из 100. Это что значит? Это очень хороший результат. Теги выставлены очень хорошо. С первого раза. Создание анклавов на первом месте. Создание анклава для канала NoFolk на первом месте по позициям. Три ламповый стрим Дюранга, который название стрима, на первом месте. Понял. Потом будем разбираться с этим, сейчас пока еще не шарю. Вот. Ну, это будет в скором времени. А ну-ка, напиши-ка что-нибудь в чат. Вот. Зербан 92. Привет, народ, не забывайте подписываться на канал. А почему не показывается на видео это? Ну я не знаю, у тебя там как-то выставлено. Я услышал, что он сказал, но он здесь не отобразился в видосе самом. Я понял. Почему? Хотя, наверное, игра сверху расположена, окно сверху. Нужно игровое окно расположить снизу. Захват окна у меня в самом низу. Да? Да. А ты переход сделал? Да, вроде все сделал. Твою мать. Народ, если кто там еще одно есть, напишите. Я не смотрю пока. Ничего. Я крафчу. Зербан 92. Хай всем. Блин, я такого результата уже давно не добиваюсь. В 58%. Есть. Но оно такое сжатое такое, блядь. Это что значит? Ну, плюснутое, как будто, знаешь, вплюснули, блядь, его в какой-то пузырь. Так, а как это сделать нормально? Растянуть немного надо. Вниз. Или же в сторону. Ну, ты просто взял, как телефон плоский, получите. Такая хуйня. Народ, блядь, ёптый народ. Сейчас я сделаю ему это. Еще раз? Народ, ебаный в рот. И еще раз, пожалуйста, на бис. Зербан 92. Хай. Повторите. Зербан 92. Ой. Еще раз. Где? Зербан 92. Ня. Да перестаньте это делать. Что не так опять? Все же уже выставлено. Ну оно как-то немного приплюснуто, понимаешь? Надо немного как-то растянуть его, может быть, вниз попробуй. Ну давай вниз попробуй. Все, по максимуму вниз растяну. Примите меня в клан, пожалуйста. Зербан 92. Кто ты? Зербан 92. Не ты. Зербан 92. Хай. Только переход Зербан 92. Делай. Хуйня. Ну, давай. Зербан 92. Так. Зербан 92. Ну что? Да хорош. Лучше или так же? Так же. Почему оно так делает? Не знаю. Ладно, нормально. Ладно, да, нормально, да, заебись. Лекс, о, Лекс зашел. Материся. О, Лекс, подпишись, ну-ка. Лекс, здорово, проверь. Подписочку давай, бахни. О, кстати, я сейчас еще одному кину, пускай зайдет, подпишется.
хай-ху, катаны. Так, ладно, начинаю крафт. Сейчас перезайду персон. Через сколько там лег, кстати, эти бонусы закончатся? Сейчас скажу. У меня их уже нет, кстати. Они уже закончились. Ведекап Вайра Медо. Приветик. Пиздец, ребятки. Попали мы. Бонусы кончились. Так. Где там было? Да, вот оно. Деревянное плечо. Нам надо палки. Палки-моталки. Угу, попродавалось кое-что. О, Пирамидос, привет. Он тебе написал, да? Подписка, уже есть подписанных. Нихера, все нормально. Сейчас быстренько больше 1000 наберем. Угу. Не смешите мои подковы. Подписки так и не показывают. Ладно, потом будем разбираться. Угу. Ну, главное, ты хоть это слышишь. Подписки не слышу тоже. А, так она у меня есть, Пирамидос. Если что, ты на стриме, она у меня есть, да. Я просто про другую игру думал. Да, я понял. А, не. Так, ну что, пошли, короче, крутить дальше. Рулетку. Какую рулетку? Сейчас будет... Да, сейчас будет просто там это, невъебические люди. Ебуди. Какую рулетку? Да ничего, не очкуй, все нормально. Ага. Не очкуй, все нормально. За тобой уже выехали. Ой, выехали, да, можешь расслабиться, блядь. И получать удовольствие. Да, да, да. Расслабься и получай удовольствие. За тобой уже выехали. Я рирую просто, рирую. Так, ну что, надо будет хуячить это все дело, да? Как ты думаешь? Хуяч? Все, что проебано и прохуячено, все на дело потрачено. Ну да, есть такое. Так, ну давай, погнали. Блин, мне листья нужны. Лёх, как дела там с листьями? Никак. Все хуёво с листьями. Я на другом аккаунте же. Листья. А, да, сейчас. Так, ладно, мне нужно сделать шапки. Шапки. Шашапки. Шапки, это круто. А я уже, блядь, замучился просто. Так, для начала надо поставить себе скрафченный лук. 15 уровень, который я скрафтил. Так, мне нужно... Нужна полоска. Ключи, 8. Да ебать, мне семян давали. Охренеешь просто. Просто. Это хорошо. Так и я не земледелец. Чего хорошего-то? Угу. Че, блядь? Кожа на земле. Что будем делать? Народ, кто там заходит, короче, подписывайтесь. Не забывайте там на колокольчик нажать, там как-никак. И ставить лайк. Лайк обязательно, дизлайк мы сразу тебя найдем, вычислим по IP, так что будет чувак на чеку.
Я тебя найду. И выебу. Я оторву твои, я ее. Не слушайте тихо. Без. Где эта долбаная шапка, если надо найти ее сначала? Что на нее надо? Сухая кожаная полоска. Вот это уже печально. Кожаные полоски-то будут, а вот сухие не гарантируют. Так, у нас есть плохие кожаные. Кожа совершенно плохая. Опачки, это кто такой там? Телинку. Это у меня. Телинк, телинк. Чирик, пиздык. Чирик, пиздык, а я ку-ку. А, проснулся я о том... Я не о том. А я о этом. А вот здесь будет сложновато, походу. Так, а что там еще нужно было? Ткань. Блять, сложно, сука, сложно. Чего сложно? Ну там дверями кто-то хуячит. Там двери хуячит. Кому жить надоело? Кот остальные яйки. Что вы говорите? Кто? Меня вот в панк. Хлебает тут. Нет? Стербает, ёб твою. Примите в клан, ПЖ. Нет. Ну примите меня. Нет, я не могу на это пойти. Ну и идите нафиг так. Да как мы тебя приняли же уже? Пизники не поймут. Может, тебя уже приняли, Лёха, чё ты паришься там прямо? О боже мой. Прими себя сам. Себя сам, я уже в клане, значит, дай. А, да, точно. Я просто не видел. Господи, где ты такие ники берешь вообще, как ты придумываешь? Как в твою больную голову приходят такие мысли? Не пизди, нихуя. Ну ладно, АЛ-52, я еще понимаю. Ну и? Но вот это что? Скажи спасибо, что не АНАЛ-52. Да. Могло быть и так. Да так, ты это тебе... Могло быть и хуже. Да ладно мне-то, но тебе же с этим ником бегать. Гонять. Вон, я Зербон, 5 дней не был уже. Я его кикну сейчас нафиг из клана. Да, кстати, давно пора уже. Заебал. Так, Зербон, 5 дней и 19 часов не было. Член. 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 Ну-ка, там листника. 7 часов. Так, так, 6. О, почти гару, 6 дней не было. Все. Этого можно все. Барковать сразу, все. Кто смотрит, пригласили поиграть вместе. Кого-нибудь. Никого мы не ждем. Сделай что-нибудь. Я, блядь, задание не выполняю, стою крафчу. Ну это хуёво. Крафчу. Крафтишь? Какой ты крафтер? Еще какой? О, еще какой? Я, блядь. Работает? Нет, не работает, к сожалению. У него не видно подписку. Хуёво. Будем думать далее потом, что я с этим делаю. Так, две шапки я вам сделал. Сейчас еще тапки сделаю. Такс. Олег, кто Тим? Кто Тим? Вы там, кстати, слышишь, что, Лёха, ты же
Саню в Тиму приняли, пусть он тебя наоборот примет. Зербан 92. Хаи. Нахера. Ну и вместе качаться будете, вам будет легче же. Ага. Задание есть. Выполнять будете. С 20 уровнем. Как раз. По оружке сейчас что-нибудь тоже найдем вам тут. Сейчас я Гудвина еще наберу. Смотрим все вместе. Привет, ребята. Это кто там написал такое? Чего? Смотрим все вместе. Все. Удачного стрима. Это у тебя есть отдельный канал, я понял. Угу. Ну, можно было бы указать, что типа будет озвучивать эти каналы. Блин, ну почему так стянут это или ничего там? Сообщение, что ли? Да, что-то не так. Ну, попробую просто их расширить. Не нажимая Shift, а просто вот потянуть за какую-то и все. Подожди, сейчас ширина высота. Пробуй. Смотрим все вместе. Я на вас подписался. По-моему, лучше стало, да? Ну так себе. Как было, так и. Смотрим все ладно, вместе. И лайк потом поставил. Да, но оно видно, это самое главное. Проверь, короче, подписки там, если что. А ну-ка сейчас. Ну. Уже немного лучше. Ну, да. Надо еще сделать. Все, пойдет. Так, и теперь посмотрим, что у нас с подписками вторых. Что у нас с подписчиками. Аноним подписался на тестовый канал. Так, ну уже видно, что аноним подписался, это я видел. Угу. Осталось только, что те, которые подписаны, хотя бы отображаются в левой колонке. Ладно. Чё ты там? Чё у тебя там? Mm-hmm.
Блин, я на английском языке написал. Ладно, разберемся пока. GDK Wire Medo. Я удивлен, что Хейлиан стоит 450 рублей. Для такой хорошей игры это очень мало. Ну, почему? Ты удивлен, что он так мало стоит? Ну, разработчики пошли так, чтобы это стоила игра, типа, дешевле, но при этом привлечет большую аудиторию людей. Чем дешевле, тем и лучше. Даже если вот говорить про скам, да? Она, в принципе, не стоит там 1000 или больше, да? Хотя они могли бы заломиться на такую-то сумму. Хотя графон вроде бы нормально. Но почему-то они же, в принципе, остановились на той цене, 500 рублей. Я ее, кстати, купил, Пермидос, так что нормально все, не очко. Просто я подумал немного о другой игре, там она похожа на звание. Там какой-то вертолет. GDK Wire Medo. У меня тоже она есть. А, так чё ж ты это молчишь-то? Серьезно. А ты Пермидос подписался, да? Подписку оформил, нет? Нихера себе 21 лайк. Нормально так. Нахуя чего? Вот 16 только было она. Смотрят 172 человека. Нормально. Чуваки, присоединяйтесь. Здрасте всем, товарищи. Здрасте. Че это Настя? Хвост подкрасьте. Это как Вайра Медо. Я уже подписался. А, красавчик, красавчик. Я, может быть, еще здесь буду появляться, на этом канале. Ну, Zoom будет вести, да, я где-нибудь там сбоку, слева, справа там буду на ему... На коврике, блядь. На коврике. Здесь, здесь. Потом так... Воу-воу-воу-воу-воу! И все, блядь. Да не смотри на это, нормально все там. Там будет и 200, и 300. Так что она будет потиху, нормально увеличиваться. Все нормально. Она будет падать, но будет увеличиваться. Так что не очкую. Лучше большой и толстый. Ты что-то выкинул. Выпало там? У тебя выпало? Че, красавчик, что у тебя выпало? Блять, все ушел бы. Кто куда ушел? Ну вроде никто никуда не уходил. Я говорю, вошел обратно. А. О, Пермидос зашел. Месяц назад я играл в Викхолион, там много багов. А ты, Санек, подписался, да? На Зума? Да. А вот тут такой Лекс почему-то пишет на английском языке, блин. На русской транскрипции. Магазины я вам тоже зафигачил, сейчас сумки еще сделаю. Так, веревочки, веревочки, нужны веревочки. Там много багов, он играл Лекс, и там много багов в этой игре. Где, в Дюранго? Да нет, в Хейлон. А, в Хейлон.
Ну, не знаю, смотрим. Лекскш, два раза. Жест Пауэрафт, смотри. Сейчас будет народ прыгать. А ты Лекс подписан, нет? Лекскш, два раза. Два раза? Нихуя себе, ты молодец, у тебя два раза аккаунта есть. Красавчик. Вот только Zoom сидит и нихуя не говорит, это вообще охуенно. Да как ты разговариваешь, мне хватает. Я охуею. Здравствуйте, господа, бля. Присяжные, бля. Ну что, начнем суд, да? Шо? Господа присяжные заседатели, слушание начинает. Всем встать в суд. Народ смотрит. Сейчас будет 200. Никто не подписывает. Это не сейчас дело. Будет 200-300, так что все нормально. Да, должны это подписываться. Нормально. А им не подписываются. Они в рот ебали на вашу подписку, понимаете? Смотрят 200 людей, а... Чат просто... Нету еще такой возможности, чтоб подписки, это надо еще делать. Это хуёво еще работа. Но я ее долго искал, я ее нашел. Да. Не, ну серьезно, я искал эту хуету, и я все-таки ее нашел. Она стабильно держит, но не знаю, она толком выводит ее где-нибудь там на YouTube, как бы в топы выдавала или нет. Тупо зуму поднимаем актив. Ну, актив, я не знаю, поднимет она где-нибудь в топ или нет. Я вот этого еще погода не знаю. Я знаю, что она как бы хорошо прокси крутит, но они как бы хуевые прокси. Оно как бы спадывает через время. Ну, сейчас так, как раз попробуем Хелион. Хелион. Видишь, уже 260. Она быстро крутит, потом падает. Некоторые сидят, блядь, 230, нихуя себе, бля! И просто там чуть-чуть кайфуют, блядь, ебать, зрители. Не, ну, тут куплено, конечно, тут ничего не сказано. Здорово, стримеры. Слышно хорошо, кстати, Лекс там, да? Нормально, все слышно. Картинка тоже хорошая. А? Да слышно, слышно. А картинка нормальная? Картинка хорошая. Да нормальная картинка. Лучше. Просто из-за того, что он экран растянул в стороны, поэтому и кажется, что сплюснутая. Чего с разрешением в этой игре? Там типа нету стандартного Full HD или что-то типа это? Это через блюстак вообще. А, это вообще через... А там надо делать было вручную это все. Ну там же можно поменять на разрешение Full HD ну, и даже Quad. Ну так у него стоит Full HD. А ты телефон что ли стримишь-то хоть? А нет, через блюстак. Через приложение. Имитирует телефон. Так, все, слух и забабахай, тогда зарез. Должны были, Лек, с тобой идти в этот... В Hunt Showdown, но так и не дошли. Остановились на полпути. Денис Толстов. Кто еще, Лек? Денис Толстов. Кто что-то... А, это у меня лагает. Нет, это тоже лагает. Я лагаю, у меня лагает, но все нормально. Да это Дискорд лагает, ребят, у всех, успокойтесь.
ладно. Открывайте, бля, Гелен запускается и включается. В чем? В Хелионе ты, короче, прилетаешь на... Ну, на хаб, на этот... Его... К нему пристыковываешь эту... Конструктор пристыковываешь. Лекс, у тебя была проблема, когда ты запускал Гелен, он тебя просто запускается и вырубается? По-моему, не было. Ну, только у меня так. Естественно. Случается херня. Да, тебе драйвера обновить. На видюху поздравил дрова поставил. Ладно, сейчас будем мучиться. Там в папке Хелион есть. Не помню, там еще папка. В ней есть все драйвера, которые нужны. Попробуй их обновить. Хелион дата? Не Хелион дата, типа редист или как-то так. Ну, и чё ты замолчал? Не молчал. Не молчи, риска! Дискорд лагает, ты хочешь курсик, кстати? Власть Дискорд будет того, чтобы это заговор. Да. Тебе заговор. Сука, это пиздец. Вроде выправилось. Ну. Блин, ну Zoom, ты можешь как бы говорить, у тебя как бы это будет Discord как бы хуйнёй страдать, но ты будешь, блядь, говорить на самом Ютубе. Тебе будет вообще заебись. Ты, блядь, молчишь, как рыба в лёд. Рыба в лёд. Алло. Алло. Пирамидон нашёл? Я нет, там папки там нет, даже не... Ничего такого. Сейчас я новую чёрту зарвусь, увидится. А, ну вот, короче, ты к этой, к базовой части прицепляешь. Блин, как... Ну вот, а с этого, который спикован... Сборщик, потом шлюз сверху цепляешь этот. Ну, чтобы это все дело таскать, поправлять корабль. Начинаешь, когда через шлюзы проходить, тебя потолок прям стукает. И ты стук-стук, и все. На смерть. Долбаная муха. У вас всегда так Дискорд начинает хуйню страдать? Нет, это первый раз. Нет. Нет, да. Только ты когда начинаешь говорить, он так начинает. Да. Все нормализовалось. Так. Драйвера, вот как раз GeForce Game Ready Drive. Ждем полгига.
Ну и где? Зрители, а? Зрители только что должны были быть. А где? Это, Олег, где примерно? В какой папке? Редист вроде как называется. Я-то удалил Хелион, я не знаю. Ну, в корневой папке. В самом Хелионе? Да, в папке Хелион там был. Там до хрена других папок, другие. И в них. Ну вот в другой папки. Игре эта папка называется подчеркивание Common Redist. Так, Алексей, ну, что сделаем, привет. Перс отдыхает. Кто? Да, ну, меня даже... мне в поиске даже. Привет, привет, Алексей. Я ему скинул, короче. Кому ему? Алексей Йо. А кто такой Алексей Йо? Йо. Ты что, не знаешь этого? Йо-йо. Ёбнутый. Нет, это Гудвин. Вот, а, Гудвин. Да, ну ты не знаешь, что ли? Да. Алексей Йо, знакомые места. А, Лёха, напиши, как тебе вообще, на чем ты смотришь хотя бы. Как тебе разрешение? Тебе королевский лайк. Ставишь дизлайк, я тебя найду. Я тору, твоя, я ее. И зайду сюда и просто разломаю все, что есть. И спизжу дракона. Я тут имею. Лёх, давай заходи быстрее, надо принять Алексей Лёху. Алексей Ю, на телефоне. Ой, господи, норм, всё. Афгана тоже доступ дать им, чтобы они могли забрать себе сумки, одежду и всё остальное. И надо сегодня сейчас денег скинуть по соточке и ставить анклав, всё уже. Кстати, давай, Путин, еще заходи быстрее, надо еще наш простик пообщаться. Алексей, йо. Окей, 5 минут буду. Слышал, да? Блин, Zoom, конечно, молчит, это пиздец. Я когда захожу в такие стримы, я сразу выхожу. Ну, выходи. Ты же мне не налил литрушечку. А чего? Хотя пивка литрушечку. Налей литрушечку. И что? Тогда я тебе расскажу. Почем в Турции рубероид? Кто? Рубероид? В Турции рубероид. Сука! Ты издеваешься, блядь? Какой хуям рубероид, блядь? Так это я еще не выпил, Леха, представляешь? В Турции, говорит, рубероид, ёпта. Почем? Ну и чё, почем там в Турции? Ну так я говорю, я ж не выпил, а то просказал бы. Кого? Кого-кого? Сеточку. Кого-кого, блядь? Давай, чтобы не в полосочку. Согласен. А нет, там полоски тоже. Так, а что мне нужно? Мне нужно отточить. Блин,
Бля, ну луки собирать это вообще запаристо, ебать для них крафтить всего угу. надо. Я охуеваю просто. Арбалет еще тяжелее. Того, пятого, десятого, бля. Причем еще, блядь, временами хуяк забыл, блядь. Элефантус, кто тут элефантус? А, блядь. Это мелкие там такие животные. Я понял, крысы какие. Крысы. На нахуй откинулся элефантус. Вообще просто. Главное ремки делай. Ремки я могу. Ну хотя бы какие-нибудь, чтобы их было много и можно было починить. Ну, я пока ремки не делаю. Я собираю, короче, луки и выставляю на продажу. Угу. Ну качай, скачай свой. Сейчас скрафтил себе наконец-то долгожданный нож. Сказать проще было посмотреть, что ездит, блять. Я хорошо хоть лосичка кучей просто лежит. А не хватает нам одной точной подпорочки, а двух точной. Здорово, Норфолки. Здорово, здорово. Как дела? Здорово. Здорово. Чё, как дела? Чё режете, чё играете? Дюранга, присоединяйся. Чё за Дюранга? Валера. Зайди на стрим. Так. Понятно. Чё в планах? Да фиг его. В планах запокорить мир, как всегда. Ну это же, блядь, непостижимо. Как? Всё возможно. Главное визуализировать. Чё, где Афган там? Да здесь, да. Молчи, чё-то. Чё-то, нихуя. Да так по себе, чё-то там Витязи вон собрались, чё-то на Армагеддоне ебашит. Так ты не играешь с ним? Я чё-то забил вообще уже, да. Понятно все. Так попиздить порой захожу, смотрю, что кто там что играет. Спрошу. О, Валтес Хаус, помнишь его? Нет? Да, конечно. Дейзи играет. Мари туда позвал. Че, серьезно? Да, Маша с ними играет. Мари, он Дейзи играет. Нифига себе. Тоже играл, у меня что-то, блядь, там лаги, короче, как-то, блядь. Мне там некомфортно, короче. А Вакуум, это кто такой? Ну, Валт из Хаоса. Не-не, я не у тебя сейчас, подожди, подсек. Лёх, ты кидал какие-нибудь пригласы? Вот, точнее, кто? Эти объявы, что принимаем в план. Кто такой, кто? Ты, говорю, Вакуум. Вакуум? Да. Без понятия, кто такой Вакуум. Я, ладно, объявление кидывал. Ты ему напиши просто. Его нет сейчас в игре, 20 минут назад был. А, ну может и кидайте, писал мне. Ну, чё там, Джек, ты говоришь? Я бомбил в чат, потому что типа. Я вообще играю, знаешь что? Во что? Сейчас скажу. Вот помнишь, ты скидывал этот, как она, Terra Online? Да, Терку так порой. Вот что это Дюранга, что-то типа Терры, только более продвинутая. Да? Ну да.
Тоже там животинку приручаешь, там туда-сюда там крафтишь, все там воюешь потихонечку. Только мне кажется, графони даже лучше, чем в Терри здесь. Ебать, я заебался ножи крафтить, реально, блядь. Че ты мне за ссылку кинул, а? А я не знаю. Че не так? Че-то видосик вообще даже не открывает. Посмотрю, сам перейду. Создавать трансляцию стало проще. Не, братан, это не то, подожди. Буду шляпу, не взял, скину. Сейчас я тебе скину, нормально. Это нормально. Терку играю, но там видишь, там, блядь, тоже коллективчик свой, как бы знаем в курсе, кто такой там этот, блядь, ГМчик. Постоянно с ним уже как бы трём. Ну, как бы так. Дейзи тоже, блядь, там ГМов нахуй знаем, тоже с ним перетираем. Чё, почему так? Почему меток? Понятно, понятно. Мы ловим сразу же. Второй я так хули, что-то так прикалываюсь. Хотя ребята, он, банда есть, они играют. У меня второй тоже пинг, короче, скачет. У многих, блядь, не скачет, у меня скачет. И у многих, хотя ребята, он вообще пробанда есть, играет у самих. У меня в Теру тоже пинг, короче, скачет. У многих, блядь, не скачет, по этому скачет. Поводу и у многих, хотя ребята, он вообще пробанда есть, играет у самих. У меня в Теру тоже пинг, короче, скачет. Ясно, ясно. Все, тебе скинул ссылку, нормально. Да, вижу. Сейчас, да, нормально. Zoom TV. Ты что, ты у нас программистом стал? Да. Угу. Приобщаюсь к высокой. К высокой. Хорошо, это хорошо. Че, игры уже начал писать, не? Ну нет, еще. Уже пишет. Ну собираю. Есть идеи, нет реализаторов. Да. И финансы. Ну сам начинай. Есть только небольшие спонсоры. Да, маленькие совсем. Ну, сам не совсем маленькие. Писать. Картофельный там барон, например. Помнишь, там в Steam это был ролик, блядь, чувак один там создал игру, там, блядь. А, ну да, ну, кстати, в Steam много скорее, кто один создает. Я видел. Ну, да. Показал, блядь, как надо, ну. Некоторые, блядь, команды такое говно создают, это вообще просто. Есть такая тема, да. Я не знаю, блядь. Ну, заноза хули, чё. Чё там Вовку ждёт. Кстати. А, Вовку ждёт, я понял. Он тоже на Армагеддоне сейчас режется. Короче, там, в принципе, все. А Адмирал с ним? Да. Сегодня, блядь, зашел охуел, блядь, услышал его голос. Ясно, ясно. Ну, как-то так. Блин, долбаная ночь, сейчас долбала уже. У вас что вообще, как проектах, чё там, Lost Ark и там, или ещё чё-то. Это шмейл, какой Lost Ark, нет. Ну чё, угарно, блядь? Типа, да я... ну ты чё, мейл, это же донат, какой там нафиг Lost Ark? Ну да, так вот там донат.
И хотя там ребята поиграли, я там знаю ребят, кто поиграл уже, короче, на этом, на корейке. Привет. В принципе, ты как... Привет. В принципе, привет, как-то отзывается, то вообще в Лостарке как бы не очень как-то. Поначалу поперло, потом что-то как-то... Ну, это же так же вон Conqueror Blade. Прикольная игра, офигенная задумка. Ну, блин, реализатор Mail.ru, ну и что теперь? Ты там два варианта. Либо ты просто живешь там, и как бы, ну, хоть что-то добиваешься, либо ты донатишь, и все. Мы ж все донатеры, что сделаешь? О, Гудвин, Леха, ёпта. Да. Меня бесит этот. Ну, Лёха, как жизнь? Да, нормально. Он меня называет в своих стримах. Годвин, блядь. Вы... Это кто там такое? Кто там? Лёх, чего у тебя с микрофоном? Чего не слышать? Да я не знаю, блин, вроде все нормально. А кто там сказал, что кому-то там не так называют, а? Гудвин. А кто кому? У вас что, стрим идет? Да. Да. Что, нас слышно? Да. Ладно, Валер, давайте, короче, посмотри видосик, если что. Да, если что, заскакивай, конечно. Да вообще так просто заскакивай, подпиздей. Ага, редкий гость стал. Ну, конечно, я вообще редкий гость. Надо вообще встречать аплодисментами, на самом деле. Уйти туда. Цветы, подарки. Да. И не только. Ладно. Мы не ожидали, просто хоть предупреждай заранее. Давай. Давайте. А нас никак нельзя нас обрубить? Нет. Договори, что все свои. Нет. Все свои, а полусотни человек. Все. Говорится, блядь, кот с дома, мыши в пляс. Понятно. Слышишь ты, мыши в пляс? Почему тебя плохо слышно? Ты что, в километр от микрофона, что ли? Нет, он, блядь, во рту у меня почти. А что с ним не так-то? А, ты понял. Вот так лучше? Да. Ёпта. Сразу гораздо лучше. У меня тут Виктория Викторовна немножко похозяйничала. Штекер, но не доставила. Нет, она второй... Штекер не доставил. Нет, она второй микрофон воткнула. А, понятно. Получилось. Два микрофона, поэтому... Это она вчера за твоим компом сидела? Возможно, да, потому что я вчера после 12 домой прибился и спать лег. Не, вечером она сидела. Вечером, да, она сидела. Давай, Леха, дело хуево гора. Заходи, впрягайся. Ты мне скажи, что нашему многоуважаемым Лексам произошло? Он ушел на почве конфликта на тему облачных сервисов. Так порешали же вроде все насчет этого. Чего? На каких облаках? Показывай игру уже, а? Где там кидало? Стрим не взял, скинул. И че я там должен, смотри. Ну, отличная игра вообще, просто супер. Подожди, так у нас Zoom в стримеры подался, я конечно. Так и не понял. Да, вроде и ну... вроде же. Юра всегда в стриме у меня. Ну, Юра все смотри, теперь бросил это делать. Юра, смотри, он тебя подсидит. Да? Не, я не думаю. Ты смотри, ты не доверяй, это ж, блин, хуже еврейского цыгана. Серьезно? Нет, да. Не хуже еврейского цыгана. Надо, вот это оскорбление. А я там, что-то ходит, там общается. Еврей-то своих шекелей, понятное дело, что не упустит. Ты же об игре охота посмотреть, ты что вообще за игра? А нет игры, ну как так? Прыгай на прыгай. Сегодня не будет, еще не завезли.
У нас, видишь, экшона не будет, да? Клановые. Экшона не будет, да? Дайте название, я хоть обзорчик посмотрю. Дюранго Вилдлендс. Дюранго Бинтлендс? Вилдлендс. Да просто Дюранго. Даже по-русски можешь Дюранго писать, тебе найдет. Ну так, на чем мы остановились и что произошло? Ладно, все работает, давайте закрывать нафиг стримность. Просто все попробуем, все работает. Да ни хрена, там 200 с лишним человек просматривают, ё-моё. Да ничего страшного, подождут до завтра. Короче, ребята, кто смотрит стрим, не расстраивайтесь, ё-моё, экшон завезем, так что не переживайте сильно. Завезем экшон, да, построим плановый остров, все будет окей. Так что приходите почаще на стрим, кайфуйте, и у нас самый первый белорусский стример когда-нибудь подарит вам игру. Да, это, кстати, не исключено. Это все вопросы к Зербону. Он у нас самый первый белорусский стример. Особенно стена... Как там стена щитов? Да-да-да-да. Так, все, товарищи, давайте на сегодня прощаемся. Был незапланированный стрим, такой пробный. Все, кто смотрит, всем спасибо за лайки, за подписочки, за все остальное. На днях будет запланирован еще один стрим, тогда уже и Шон подвезем, и кланчик уже построим, и уже более подробно будем рассказывать про игру, про все остальное. А на сегодня всем спасибо, всем пока.